одеваешься в свой садик? Ты сегодня у нас главная королева? Да. На, мама, распаковывай. Мама у нас на распаковке сегодня. Колготки свои уберите. Вниз сядьте. Колготки бери, расчесывай. Не знаю я, что там. Покажи. Что там? Барби, Харли Квин? Нет, это Барби это Барби русалка. А ну, соберите Барби русалку. Я думал, она в коробочке, да? Волнительный момент. Расчесывайся. Как ты пойдешь в садик, нерасчесанная? Крыло сломанное. Крыло да сломанное. Ничего, мы можем клеем обмотать там, да и все. Крыло и вот сломанное, и вот сломанное. И тут, видишь? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что, скучно обмотаем клеем. Ты расстроена? Да нет. Просто расчесывайся. Мы, просто скотчем обмотали, да и все готово. Все. И что это будет за игрушка поломанная такая? Ну нет, просто скотчем там обмотали, все, все готово. А ну-ка. Такая. Двигается вот так чуть-чуть, и вот так чуть-чуть, ну и хвост чуть-чуть. Красивая, ну, да? Чуть-чуть. Нравится? Вот так вот двигаться во все стороны. Да. Вот бы еще нормальные крылья, да? Да. Могу сама. А как это она и с крыльями, и с этим самым? Это получается она феечка? Нет. Феечка среди русалочек. Русалочек. Это вообще-то есть такие феи, и они и на суше могут быть, и русалками они тоже могут быть. И тебе такая попалась, да? Да. Довольная? Да. Будешь нет. Скотчем заклеивать? Нет. Или напишем, что это такое, китайцы, что вы нам прислали, да? Да. Напишем то, что китайцам что нам прислали. Запаковывайте лучше. Вы что? Запаковали не в коробку, а еще не в крепкую. Да. Ну ты не расстроенная, да? Да. Тебе понравилось? Угу. Покажи нам ее еще раз. С цветными волосиками, да? Это как ты любишь. Вот. Большая. Можно будет ей ну, давай. Добавить. Вот вода, она такая зеленая. Выныривает и полетела, да?